Вот такое письмо пришло в адрес рубрики «Автоликбез». Я преподаватель со стажем, смотрю «Автоликбез» по YouTube. Выскажите свое мнение по пункту 8.1 ПДД РК. Я имею в виду выражение «водитель должен подавать сигналы поворота соответствующего назначения». На мой взгляд, не совсем правильно по смыслу. С уважением, Евгений Иванович, город Усть-Каменогорск. Я всегда стараюсь и в передаче «Автоликбез», и в интернете поднимать вопросы, несовершенства правил. К сожалению, очень много вопросов. Так вот, до 2000 года пункт 8.1 в ПДД РК звучал следующим образом. Водители перед началом маневра должны подавать сигналы поворота световыми указателями поворотов соответствующего направления. После 2000 года выражение «направление» перешло на «назначение». Что такое назначение? Смотрим словарь Ожегова. Назначение от глагола «назначать». Назначать можно на должность, назначать можно лекарство. Но главное предназначение световых указателей поворота – указывать направление. Поэтому выражение «назначение» нужно заменить, как оно и было, соответствующее направление. Тогда людям будет понятно, что указатели поворотов указывают направление движения. А слово «назначение» для грамотных людей – содержит непонятность.